Твери в рамках программы формирования комфортной городской среды продолжаются работы по благоустройству Трехсвятской на участке от бульвара Радищева до улицы Симеоновской. Сейчас на улице установлены водоотводные лотки и стойки опорно-наружного освещения. Мастера завершают прокладку кабельных линий, укладку и выравнивание щебеночного основания, готовятся к замене колодцев. В ближайшее время подрядная организация планирует приступить к укладке плитки. Напомним, улица Трехсвятская стала основным объектом благоустройства в рамках реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды в прошлом году по итогам рейтингового голосования горожан. А в этом году реализуется второй этап проекта на участке от бульвара Радищева до Симеоновской.